Добрый день, я вас всех приветствую. Мы находимся на острове Тенерифе, в архипелаге Канарских островов в Испании. Подходит к концу испанская экспедиция. Мы здесь провели 12 дней, и они пролетели крайне быстро. На самом деле, я не помню, чтобы была вот такая экспедиция, крайне насыщенная. То есть ритм такой, что не было свободного времени вообще. Мы вставали очень рано и бесперерывно, то есть буквально даже ни одного перерыва не было. То есть до самой ночи работали, просыпались и опять то же самое, и так 12 дней. Хочется отметить, что вот в таком режиме наши испанские партнеры, наши испанские друзья во главе с маэстро Пальмеро Рамосом, вот он сидит здесь, выдержали вот такой вот ритм. Если честно, я вот, это первый раз, когда мы встречаемся с такого типа людьми, которые способны выдержать экспедиционный режим, потому что итальянцы слегли в кровать на третий день с температурой. И греки вообще даже сходили с ума, то есть они вообще не понимали, как это происходит. А вот мы первый раз встречаемся с людьми, которые способны выдержать вот экспедиционный режим. Вот. И огромная благодарность им за помощь, за организацию, за то, что они нас сюда приняли, за то, что мы с ними тренировались каждый день, вечером, днем, в школе мы побывали, в школе Чинеч. Наше испанское отделение школы испанской, побывали там, сняли тренировку, поучаствовали в тренировке, и огромное спасибо им за вот это вот все. Огромное спасибо за командную работу экспедиционного корпуса, потому что если бы не было все слажено, слаженной работе, как на корабле, того количества работы, которое было проделано, того количества открытий, которые проделаны за 2 недели, этого бы всего не было. Теперь поговорим о самом острове. О самом острове такого мы еще не видели на самом деле. Мы сюда приехали, и складывается впечатление, что на этом острове время остановилось. То есть там на континенте одно, а здесь другое. То есть тут мы приезжаем, тут храмы тамплиеров, храмы францисканцев. Такое ощущение, как будто тут ничего и не менялось с 15 века. Тут видна рука Карла V, да? Испанской конкисты. То есть мы сюда приезжаем, и здесь все пропитано этим. То есть ты едешь по городу, и нет впечатления, что сейчас 2017 год. То есть ты смотришь по кругу, крутишь головой, там храмы тамплиеров, здесь рыцарские ордена, гербы везде висят. На домах даты 1700-й, 1600-й год. То, что мы увидели в храмах, тоже, на самом деле, непонятно, почему об этом никто не говорит. Все живут логикой Википедии, да, логикой интернета. То, что там написано, то, что все говорят, это так и есть. А мы приезжаем, и тут немножко все по-другому. То есть кто вообще когда-то говорил о том, что существует Черная Дева Мария? Или Филиппинская? Или азиатская. Вроде, да, там европейская и все, и капец. А нет. А почему? Потому что в свое время Карл V, да, завоевывал почти весь мир. И здесь это все осталось. А вот почему, вы можете узнать, вы узнаете в фильме. В двух фильмах, которые выйдут по окончанию этой экспедиции. Я думаю, что там много секретов будет раскрыто у ордена.
стенах, о секретах, о тайнах, которые здесь сокрыты, и на самом деле мало кто о них знает, потому что тут до континента лететь 5 часов, и никто сюда не долетает, тут все закрыто. Вот, поэтому я думаю, что я очень рекомендую посмотреть этот фильм, так как то, что написано в интернете, немножко не соответствует действительности. Вот. Ну и, соответственно, конечно, в закрытых группах. Я думаю, те, кто там находились за 2 недели вместе с экспедиционным корпусом, наблюдали это все в реальном времени. А те, кто нет, ну это как бы их выбор. Вот. Огромное спасибо капитану экспедиционного корпуса Олегу Викторовичу за те как бы знания, которые мы здесь получаем, которые он дает миру, и то, что на самом деле, если бы не он, никто бы об этом и не узнал. Ну, есть и есть, как бы, а все остальное, как бы, никто бы не узнал об этих всех вещах, на самом деле. Спасибо огромное за фильмы, за книги, которые будут сделаны в результате этой экспедиции и последующих испанских, потому что это экспедиция первая, а будет еще, я думаю, что много, потому что мы планировали несколько островов, а за 2 недели мы еле объехали один остров, который в 3 раза меньше, чем Сицилия, который мы проехали там за 5 дней. Все полностью. Вот. Спасибо огромное за внимание, за то, что вы были с нами 2 недели, и до новых встреч, до встречи на симпозиуме в Стамбуле. Пока!